Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Алексей, и мы продолжаем прохождение игры Jagged Alliance Back in Action. Закончили мы предыдущую серию на том, что мы захватили поселение Драссен, ну или деревню, как ее назвать, небольшой шахтерский город с церковью и какой-то промышленностью. О какой промышленности мы пока не знаем, но она нам приносит деньги, аж 645 монет за ход. Идем на блокпост. Блокпост будет атаковать довольно-таки сложно, в плане того, что все вот эти пять защитников блокпоста, подчиняющиеся Дайдране, они находятся в одном месте, и придется их убивать, наверное, все-таки с оружием, нежели по-тихому. Тем более мы идем днем, ну, днем так днем. Давайте тогда, знаете, как поступим. Мы спрячемся тогда. Волк. Понял. Так, тебя здесь палят, да? Хорошо. Очистить. Давай, беги сюда. Ясно. Сюда. Ясно. Здесь ты ляжешь и поползешь. Ясно. Понял. Глядишь, и не заметит тебя в таком передвижении. Дальше. Ты же, дружище, бери-ка Desert Eagle, бери глушитель. Хорошо. Я боль. И пошли в обход. Враг! Поползли. Понял. Я знал, что рано или поздно они появятся. Враг! Ага, видит. Видит, но будут сейчас стрелять. Я гуд, понял. Майн гад, как ловко. И будут мазать. Пусть они стреляют. Что это? Мы привлекаем на себя внимание. Мне помощь не помешает. Помощь. Ага. Уже стреляют теперь по нам сюда. Что у нас тут? Понял. Тут минное поле, аккуратней. Майн гад, как ловко. Угу. Понял. Понял. Я гуд. Хорошо. Так, расстояние. Урон. Тогда давай вот так. А что, здесь нельзя пройти? Ага, нельзя. Блин, обидно. Тут тоже. Можно вот отсюда зайти. Да. Тогда бегом сюда. Хорошо. По волку идет стрельба, он отвлекающий маневр делает. Альт! Местная земля напоминает мне восточную Германию. Понял. Яволь. Ясно. Мины тут все-таки лежат. Яволь. 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 Шунандовекс. Понял. Яволь. А вот теперь в присядочку. Понял. Думаю, может сохраниться. Хорошо. На этот момент. Хотя нет, не будем этого делать. Да, пусть стреляет. Какая жалость. Нам придется убивать. Я гуд. Понял. Хорошо. Сейчас снимем вот этого парня. Вижу врага. Здесь что-то есть. Что это за звук? Понял. Опа. Нас спалили. Понял. Нет линии огня. Я гуд. Плохо. Я гуд. Что у нас тут? Ты не снял его. Хорошо. Блин, я не перезарядился. Я боль. Какое же он набло. Ладно, пяти патронов хватит. Подтверждаю наличие врага в этом районе. Мимо. Уф. Плохо. Я в беде. Плохо. Плохо. Ясно. Внимание! Что? Они наверняка выскочат, как только мы расслабимся. Давай-ка. Подлечись. Сюда. И что теперь делать? И перезарядись. Интересно, вот у них патронов бесконечно, что ли? В этом секторе противник. Подожди. А где еще один? Было ж трое. Они застрелили своего же. Через линию огня.
Бегом я сюда. Тут тебя сейчас тут расстреляют. Так, держит оборону, но мы можем здесь за фургончиком пройти. Я гуд. Ясно. Кабуль, подтверждаю наличие врага в этом районе. Мимо. Шунандовекс. Я гуд. Шунандовекс. Ясно. Я подогнул. Опа. Волка обошли. Вставай и стреляй. Ясно? Да. Шонандовекс. Отсюда не выстрелить. Да. Цель уничтожена. Ну, а чё ж ты не стреляешь-то? Папа. Шонандовекс. Да, не очень удачно прошел штурм. Как-то мы получили очень много урона, но сейчас быстренько мы полечимся. Аптечек, благо, есть достаточно. Гуд. Давай ты сюда подбежишь. Тут что-то есть. Я в курсе. Тут что-то есть. И что теперь делать? Что дальше? Теперь вот этого парня подлатай со шприца. И что теперь делать? Так, отлично. Он восстановится по пути. Есть еще одна аптечка. Бронежилет никуда. Ну, ладно, нам, в принципе, камуфляж. Наличность собрали. Джинсы. Давай тогда джинсы ты одень. Эти сбрось. Волк. Имеет кевларовые штаны, но не имеет шапки. Окей. Оставляем. Так. И теперь нужно посмотреть ящички эти. Я гуд. Чтоб там было оружие, главное. Угу, есть USP. Я гуд. Там пиво. Пиво нам не надо. Угу, патроны и банка пива еще. Шонандовекс. Пивасик, батончик. Энергетический. Окей. Яволь. Вот это пиво возьми. Шонандовекс. Ясно. Есть только одно оружие, да, в этом секторе. Угу, это USP. То есть мы сможем вооружить только одного. Ясно. Понял. Ополченца. Ну, это все я, видимо, понятно. Все могу посмотреть. Да, это все, что лежит здесь. Все понятно. Хорошо. Вооружим. Будет выполнено. Одного. И пойдем на водокачку. Готов действовать. Готов действовать. Держи оборону. Будешь тут один героем. Почта. Пока ничего нам не прислали. Ежедневный доход у нас есть. Сохранимся и идем на водокачку. Отряд прибыл к месту назначения. Жизнь восстановились, все отлично, можно зачищать. Водоочистительная станция Драссена. До приказаний. Угу. Оборона такого плана здесь. Нас палят до этой точки, до поэтому давай тогда. Волк, бегом. Ясно. Ложись и ползи сюда. До приказаний. Дружище. Тор. Тебе же нужно делать нечто совсем уникальное. Нужно по-тихому убить всех врагов. Ну, тогда сюда бежи. Беги, беги. Беги. Беги сюда. Приготовиться! В этом секторе противник. Там кто-то. Какая жалость. Нам придется убивать. Угу. Опа, отлично. По Тору открыли огонь. И убили своего же союзника на линии огня. Садись сюда. А то сейчас ты получишь тоже по щам. Тор, ты можешь стрелять одиночкой? Ничего. Возвращаюсь на пост. Вот это плохо. Надо встать
и убить. Ясно. Ребята, мне помощь не помешает. Будет выполнено. Готов. Потору все-таки попадают отсюда. Хорошо. Отходи тогда. Отходи. Нет, давай ты просто приляжешь. Меня ранили! Шансы дрянь! Плохо. Все плохо. Давай, быстренько приляг. Приляг. Встать. Шонан Давекс. Пойдешь. Какая жалость. Нам придется убивать. Понял. Я гуд. Нет линии огня. Ну тогда вот так вот. Уже лучше. Там еще Шонан Давекс. Кто-то. Шонан Давекс. Тут еще маловероятное попадание. Тор получил уровень, кстати. Хорошо. Какая жалость. Нам придется убивать. Вот, теперь уже вероятно. Давай. Начинаю открывать огонь. В дерево. В тело. В дерево. В дерево. В дерево. Последний патрон. Отлично. Заряжайся. Что у нас тут? Кто убил его? Его убил вот этот парень, видимо. Волк, я бы на твоем месте, конечно, вообще убежал бы. До приказаний. Отмена. Отлично. И четыре тела, они внутри. Все понятно. Бегом сюда. Давай. Мы быстренько подлечимся. И что теперь делать? Да все нормально, братиш. Надо Вульфа подлутать. Трахец. Ты давай заряди-ка свою волынку. И что теперь делать? Еще разочек. Да. Понял. Готов действовать. И что теперь делать? Ну все, штурмовая группа. Вперед. Что дальше? Понял. Бегом сюда. Да. Я гуд. Вперед. Через окно можем, да, наверное, стрелять. Понял. Тут ничего, пусто. Я воль. Окей. Хорошо. Я гуд. Я гуд. Выполняю. Тут что-то есть. Есть, да не про вашу честь, видимо, да? Так, если мы вот так вот. Я гуд. Если мы встанем, мы можем выстрелить в голову. Я воль. И отставить. Отменить действие. Встанем, в голову ляжем. Что у нас тут? Отлично. Внимание! Они наверняка выскочат, как только мы расслабимся. Какие же вы? Я прям не знаю. Становись сюда, ясно, на оборону. Я тебя убью! Что это там такое? Проблема? Заряди дробовик. До приказаний. Давайте, встали. В голову легли. Вижу врага. Мимо кассы. Еще разочек. Встали. Что еще?
Легли. Что у нас тут? А? Я бы хотел... Ясно. Таким вот образом... Будет выполнено. Поступить. Да. Встал. Я сказал... Так, я что сказал? Встал. Да. Понял. Туловище. Туловище. Что это там такое? Начинает разлагаться. Все. В этом районе враг ничего. Сняли. Двоих. Берем патроны, берем... Все остальное можно пошмонать немножко. Патрончики, отлично. Понял. Тут что? О, оружие. Великолепно. Водокачку можно будет сейчас вооружить. Набор сапера. 50 взрывчатки требует. У нас нет взрывчатки. Все понятно. Столько. Денежка. Уже иду. Так, сейчас мы стеллажи и ящики посмотрим. Будет выполнено. Потому что их не видно. Девайс. А, дорогая штуковина, давайте мы ее заберем, мы ее продадим кому-нибудь. Ясно. Распечатанное письмо и любовное письмо, окей. Ясно. Это уже менее интересно. Выполняю. Здесь у нас что? Тут у нас порванная записка. А тут написано, я спрятал все батарейки рядом с бензином для бензопилы. Окей, офисные бумаги. Понял. Батарейки нас не интересуют. Уже иду. Все, бежим туда наверх. До приказаний. Я боль. Угу. Надо посмотреть, понял. Что здесь. Здесь тут... что-то есть. Ящик, да. Понял. Ящик с патронами здесь. Отлично. Выполняю. У трупа денежку заберем. А теперь мы все видим, да? Угу. У нас есть одна беретта. И нам надо Тору поднять уровень. Боевой дух хороший, уровень 3, уровень 4. Возьмем ему скрытность еще на единичку. Я думаю, можно ему медицину докачать до 80, чтобы большой медицинский инструмент таскать с собой. Или же восприятие нам дает, определяет остроту зрения и слуха персонажа, реализованную эффективность режима часового. Увеличивает сектор и дальность обзора, а также радиус слуха и перемещения. Так, а интеллект используется для проверки медицинских способностей, влияет на скорость набора опыта. Сила 90, максимальный урон здоровья, урон наносимый в ближнем бою и вероятность взлома замков с помощью лома. Ты у нас ближняк, я в курсе. Мы тебе давайте до 90 докачаем силу. И нужно тебе, наверное, еще меткости добавить. Давайте, да, пятерочка будет 69. Определяет, насколько хорош наемник, умеет прицелиться и влияет на общую точность его стрельбы. Все, с этим закончили. Подтвердить можно? Да, вот, подтвердили. Атаки в ближнем бою, это, видимо, статистика службы его. Забирай патроны. Забирай, наверное, что тут, ну, деньги, само собой. Джинсы, футболка, берет, у тебя все отлично. Аптечки нету. Все, больше тут нам ничего не надо. У волка патроны. И смотрите, золотые часы. Вот это интересно. Золотые часы дорого стоят. Заберем часы, девайс, это мы продадим. Да. И тут на водокачке Драссена есть вот такой вот, я не знаю, что это, ангар или база, ну, в общем, что-то типа того. Нам нужно сюда сбегать. Тор, ты же бегаешь? Я год. Да, ты бегаешь. Что тут лежит? Здесь ничего не лежит. Я год. Бегом сюда. Здесь заодно и ополченцем вооружим. Тор, нам понадобятся, наверное, твои навыки взлома, но мне кажется, они нам здесь не помогут. Выполняю. Да. Я год. Что у нас тут?
А тут у нас кошель алмазов, аж из 5 штук. Это дорогущий. Ну, то есть это руда, которую вот можно продавать. Вообще на нее, по идее, должен был быть квест. Нам, по-моему, Мигель об этом бы рассказал. Ясно. Но мы сейчас поторопились и его забрали. На тебе волыну и давай. Понял. Работай. Автомат Калашникова. АК. Неплохо, но... Я предпочел бы отдать его кому-нибудь на блокпосте. Заперто. Да, вот, нельзя открыть. Заперто. Что дальше? Навыков взлома, наверное, не хватит нам. Ну, давайте попробуем. Низкая вероятность успеха. Хотя, может быть, и получится. Черт! Еще разок. Все отлично. Готово. Молодец просто. Выполняю. Тут что-то есть. Волк, ты просто лучший. Будет выполнено. Заходим. И быстренько тут еще разочек взломай эту дверку. Шонандовекс. Посмотрим, что здесь лежит. Значит, тут у нас набор взломщика, набор сапера. Шонандовекс. Жду приказаний. Картошка. Картошка в мундирах. Да. Уже иду. Пиво, банка спаржи. Очень много пива, я бы сказал. Ясно. Возьми-ка ты, наверное, еще один набор инструментов. Ясно. Выполняю. А тут оружейные ящики. Угу. Здесь есть М14, есть USP. Это мы с собой заберем, понятное дело. Выполняю. Картошка. Ясно. И на стеллаже. Фляжка. Фляжка нам восстанавливает энергию. Понял. Фляжку, наверное, передай-ка нашему мотору. Он много бегает постоянно. Пиво. Почти 1 килограмм. Литровые банки, что ли? Или это общий вес 990 грамм для всех трех? Ну ладно. Масса 1 килограмм. Ну здесь вот понятно, да? Две бутылки по 0,5. А тут, видимо, 3 по 0,33. Да, именно так. Волк. Будет выполнено. Иди-ка вот этому парню подари USP. Где еще наемники тут есть? Да. Ну, точнее, ополчение, а не наемники. Только двое, да? Ну ладно. Двое, значит, двое. USP тебе хватит. И, блин, патроны. Патроны продадим. Раз мы сейчас возвращаемся в аэропорт Драссена, видимо, да? Давайте заберем то, что подороже. Ну, продадим все эти патрончики, батарейки, наборы саперов, патроны, фляжка. Так, волк, ты нам. Одежка, она тебе не, здесь не надо. Патроны все эти заберем. Так, это все, все, что здесь есть, это мы видим. Оружия нету. Окей, это тоже нам не понадобится. Электронная почта, нам пока ничего не прислали, финансы, все отлично. Можно возвращаться. Да, водокачка полностью под нашим контролем, блокпост. Давайте так сделаем. Что это такое? Сформировать новую группу. Войти в локацию, загрузить уровень. Окей. Бегом сюда. Отряд прибыл к месту назначения. Окей. Нам нужно вооружить еще 3 ополчения. 3 солдат. Я гуд. Дружище Тор. Подари-ка нашему другу АК-47. Я, конечно, понимаю, что это великолепное оружие, и оба с ним лучше, да, сам бы бегал бы, как бы сказали бы многие. Будет выполнено. Берем сюда. Еще одно оружие. Что дальше? Но блокпост нам нужно защищать. Все приказаний. Аккуратнее беги, тут могут быть мины. Выполняю. Сапер из нас никудышный. Ясно. 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 Уже иду.
Угу. Давай. Ясно. Нам еще двоих надо вооружить. М14. Так, тоже, что из оружия еще? Все, больше здесь нет ничего, тут только патроны. Забираем патроны отсюда. Да, именно так. И возвращаемся в Драссе, нам нужно все это продать. В принципе, наверное, мы продадим это все нашему бармену. Отряд прибыл к месту назначения. Отлично, заходим в локацию. Да ё-моё, подождите, я стал за. Отряд прибыл к месту назначения. Да, загрузка пошла. Продадим бармену сейчас все свое барахло. С Айрой я пока не могу поговорить, так как мы шахту еще не отвоевали. Да. Да. Так, тут церковь. Ну, кстати, с церковью можно опять с Падро поговорить. Волк, выполняю. Ты сейчас с ним займешься. Дальше. Хорошо. Сюда. Понял. Жду приказаний. Все понятно. Все понятно. Нам что-то сообщить. Я знаю, что у вас есть задание, но все же есть угроза куда более опасная, чем королева, и вы можете помочь расправиться с ней. Ну давай послушаем. К западу от Камбрии вы найдете усадьбу хиков. Эти хики всегда были немного странными, но все переменилось к худшему. Что случилось? Там люди пропадали, и ходят слухи. Ужасные слухи. Ну и что ж такого может натворить кучка диких крестьян? Это и проблема. Они сидят на куче оружия, и даже королевские солдаты считают, что лучше с ними не связываться. Окей, я посмотрю, что можно сделать. Похоже, она того стоит. Я знал, что могу на вас рассчитывать. Вы не из тех, кому безразлична чужая беда. Да, отец Уолкер. Готов действовать. Понял. Мы потом с тобой свяжемся. Ясно. Тор, ты бежишь? Ясно. Да, бежишь. Я гуд. Оружия у нас нету, да? Нету. Мы сейчас купим его у бармена и раздадим нашим ополченцам. Понял. Шонандовекс. Я гуд. Шонандовекс. Угу. Нам это не надо, это не надо. Это не надо. Наличных 1300. Это тоже нам не надо. Батарейки, наборы саперов, аптечку, наверное, пусть она здесь и лежит, черт с ней. Угу. Что ты можешь нам еще предложить? Есть у тебя шприцы и аптечки? Конечно же нету, да? Есть ножик. Так, урон 12, урон 10. Мачете, по идее, это получше будет. Дальность 1.5 метра. Дальность 1.5 метра, да, 600 грамм, 900 грамм. Ну, все, оставляем мачете. Ножик нам не нужен. USP, Беретта, Джонсон, М1. М1А1 тоже нам не надо. Жалко, нельзя сразу дальше двумя наемниками хорошо торговать. Понял. Шонандовекс. Все у тебя хорошо? Да, у тебя все хорошо. Да. Волк, беги быстрее. Ясно. Да. Ясно. Давайте просто купим дешевую волыну. 600 монет, а у нас сколько? У нас 8000, да? Я гуд. Дадим. Понял. В руки. Ясно. Будет выполнено. Да, работаем. Все понятно. Ну и тебе, соответственно, здесь ничего из этого не надо. Мы это продаем. Да, аж 3000 стоит золотые часы, но мы их тоже продавать не будем, потому что у бармена нет такой наличности. Взрывчатка, нет. Все. Оставляем все так. И
идем на захват именно шахты. Драсса нам уже дает 750 ежедневный доход, так как водокачка принадлежит нам. Блокпост. Давайте в одной точке сгруппироваться по ополчению. Здесь тоже в одной точке. Есть один ополченец 2 уровня, 3 1. На блокпосту 3 1. Я бы все-таки, наверное, увеличил бы их. Денег 700 монет. Ставим так, 2 уровня их. Передвигаемся. Все это происходит именно в первый день нашей вылазки. Отряд прибыл к месту назначения. А уже шахту с 11 разбойниками, бандитами мы будем атаковать ночью. Но в следующей серии. На этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо, всем пока.